Ушел сам или попросили? Из администрации увольняется начальник департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев. Он отвечал за внедрение новой маршрутной схемы в Кирове. По неофициальной информации, заявление на увольнение он написал в день, когда Илья Шульгин объявил об отмене новой маршрутной схемы. На посту начальника департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев проработал не больше года. В Киров на работу он был приглашен. Раньше работал в фонде капремонта Самары. Под его руководством в Кирове была практически провалена программа по обустройству пешеходных переходов у школ и детских садов к 1 сентября. Потом отменили транспортную реформу, за которую он активно выступал. Сергей Леонтьев – четвертый начальник департамента городского хозяйства из команды Ильи Шульгина. Кто теперь займет его место, неизвестно. Леонтьев будет работать до конца этой недели. Говорят, что заявление на увольнение написал по собственному желанию.